Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry Rambo 2 Vietnam. И это уже по счету шестая часть прохождения этой игры. Эта глава миссии называется Битва. Погнали! Так, иди сюда, подошел быстро. Вот так. Надеюсь, то, что с FPS на этот раз будет все у нас нормально. Не то, как в прошлом выпуске, блин. Я вообще в прошлом выпуске, короче, ну, снимал там, ну, пятую главу, ну, пятый выпуск вчера. Уложил, да? Можете, кстати, посмотреть, вот, где-то я пол выпуска заснял, да, потом у меня игра вылетела. Потом я начал, короче, у меня как бы еще там сохранение было. Я с того сохранения начал опять снимать. Но, блин, я забыл микрофон включить, вот в чем прикол. Мне там вообще не было слышно, и просто проходил до конца, так и все. Без микро. Так, где еще один тварь? В кусты... А, вот они. Все, подбираем, идем дальше. О, какая музыка-то интересная. Новая. Да, кстати... Я первую музыку такую слышу. Вообще, в этой игре. Так, это уже знакомо, конечно. Что здесь произошло? Ага, спалился, урод. Это, походу, тот, который сзади был, ну. В кусты убежал, помните? Где-то несколько секунд назад такой был. Получай. Да, кстати, что за там заданием? Иди через джунгли и найди лагерь. И, кажется, в лагере будет битва. Понятно. Идем. Вот так вот. Сохранение. И продолжаем идти. Так. Вот еще один. Убиваем, конечно. О, сейчас мне вообще 60 FPS. Вот сейчас нормально. Как и должно быть, в принципе, да. Сейчас уже 30, блин. А вот на том месте было 60. Ух ты. Идол какой-то. А вот, ребята, самая база сохранения. Уничтожьте топливный бак. Окей. Сейчас мы тут все сделаем нафиг. И все что ли? Идите в сторону моста. Это вообще как-то случайно вышло. Я просто стрелял чувака. Но сами все везли и как-то каким-то образом вообще попал в бак. С топливом. Вот мы все уничтожили. И теперь мы сейчас пойдем, короче. Так, сейчас. Аптечка. Не, кабана убивать не будем, пусть живет, короче. Не знаю, поехать. А, нет, нельзя. Ехать нельзя. Вот он, тот самый мост. Идем. Вот такой вот здесь Вьетнам. Необычный. Ух, какой мост-то. Интересный. Первый раз такой Far Cry мост вижу. Круто так это сделано. Конструкция такая интересная. Моста. Ага, твари. А ну-ка, идите-ка сюда, твари. Так, кто-то стрелял. Сзади, что ли, я не знаю. Доберись к реке, окей.
получаем задание. Машина, баги, баги. Вот и конец баги. Ха. Наконец мы поедем сейчас, наконец. Ура. Едем. Изи. Изи. Не, ну сейчас, конечно, вообще легко, потому что мы едем и стреляем, это вообще. Просто всех убиваем беспощадно. Сохранение. Хотел баги сесть, а вот херти. Где река-то? Да, добраться к реке. Отлично. О, прям ровненько 350, смотрите. А, это и есть река, что ли? Я так понимаю. Походу на то. На, нафиг. Ух, сколько хп-то у баги, охереть. Я чуть не сдох нахер. Вау, это что еще такое? А, такие текстуры новые. Ой, вертолет. А на этом я, ребята, заканчиваю очень короткий выпуск. И всем до следующего выпуска. Всем пока.